И так возникла необходимость послать курьером книгу. А курьер – это часто гораздо дешевле, чем почта. А, например, с одной точки в другую точку в Москве в среднем комплект книг библиотеки санскритики – это 350-400 рублей. То есть более чем приемлемо. Бывают проблемы, курьер может сорваться. То есть, например, если надо четко, какого-то времени прям, то рассчитывать на это железно нельзя. То есть должен быть какой-то люфт, там полчаса, час. То есть иначе бывало сложно и напряженно, и самому надо буквально в это же время быть на связи, следить на карте. На карте бывает ничего не понятно. Бывает, курьер отказывается, один, второй, третий. По факту карта не отображает там, где он находится. То есть бывают всевозможные лажи. Поэтому надо иметь какой-то интервал возможностей. Итак, заполнить заявку. Москва, пешком. Значит, в основном у нас пешком и до 1 килограмма. А точное время. Минус, в общем, 4 часа. Пусть будет 4 часа. Укажем интервал. Так, значит, у нас не Москва, у нас Санкт-Петербург. У нас Санкт-Петербург. Поддержка. Так. Сегодня в интервале с 8, позже нельзя уже, ну, пусть будет так, хорошо, так, подъезд 1, этаж 10, квартира 648. И куда везем? Везем. Ага, ну, значит, надо сперва выбрать Санкт-Петербург. Значит, не работает так, как я хотел. А, отлично, начинаем начало сначала. Ага, так, прекрасно, заполнить заявку. Люблю возможность заполнить заново пешком до 1 килограмма. Так, начинаем. Начинаем заново, значит. Город не указываю. Указываем адрес. Достаточно долго и мучительно.
Функционал сайта, конечно, стрёмный, но это лучшее. Остальное еще хуже. 68. 88. Так. Сегодня. Там на месте никого не будет, поэтому наличными курьеру это не вариант. О, всего-то 97 рублей. Так, сейчас что-то не так оформил. Пешком до 1 килограмма. Тихоокеанская. Карты справить заявку. Аж даже скриншот сделаю. Принт, скрин. Вот все же так, для телефона Анин. Ну, конечно, нет. Дефолтный. Так, 0,7. Да, теперь Анин. Хорошо. А то была бы проблема. Так. Хорошо. Делаем скриншот. Слишком короткий адрес. Слишком короткий адрес. Прекрасно. А каким он, интересно, должен быть? Ай, прекрасно. Начните вводить название улицы совпадающего списка. Без матерных слов сложно это выразить. Так, Тихоокеанская 1. Тихоокеанская, дом 1. Дом 1, корпус 1, строение 1. Корпус 1, строение 1. Подъезд. 6-й этаж. 10-й. 648. 648. Так. Есть шестой. Хорошо. Семьдесят. Ага. То есть надо обязательно оформить так, как они хотят. Ну что ж. Значит, квартира 311. Сегодня контактное лицо. Ну вот уже другая сумма, 500 рублей. Отправить заявку. Оплатить.
замечательный тренер. Заказ принят к исполнению. И здесь на карте появится курьер. Потому что он еще не означен. Так. Точка. А где точка 1? А, точка 1. Точка 1, точка 2. Ну вот. Это стоит 500 рублей. Если бы знать заранее, то все можно было бы сделать проще, быстрее. Но как уже есть. Вот, пожалуй, все, что надо знать про Достависту. То есть у меня есть мой личный аккаунт, там привязана моя карта. Вот, можно пойти вот таким путем. То есть потом будет сказано, что вот будет имя курьера, будет его телефон, и будет указано, где он находится. Пока еще курьер заказ не взял. И это хорошо. Потому что Аня будет дома только после 8, но указать 8 нельзя. Самое позднее это 19:30. Поэтому я надеюсь, что курьер все-таки опоздает. Вот. Ну вот и все про Достависту.